Отвод войск в Зангезуре в декабре 2020 года осуществлялся на основе письменного приказа, сказал депутат от блока АЭС ТАН Гегам Манукян на пресс-конференции 20 декабря, сообщает «Спутник Армения». Депутат от блока АЭС ТАН Гегам Манукян вместе с коллегой Анной Григорян в течение года выясняли, при каких обстоятельствах и на основании каких документов армянские войска отошли на советские границы. Лишь 27 октября 2021 года Никол Пашинян признался, что дал приказ об отводе, чтобы избежать новой войны. Потом Манукян получил ответ из Генштаба, но он засекречен. Публиковать его полностью нельзя. Одно ясно. Ответ с подписью начальника Генштаба ВС Армении свидетельствует о том, что подразделения ВС Армении, отряды добровольцев отошли примерно на 20 километров, уступили 21 километр участок дороги Горис-Капан на основе письменного приказа, сказал Манукян. По его словам, уже на другой запрос министра обороны Сурен Папикян сообщил, что кроме известных заявлений, других трехсторонних документов между Ереваном и Баку не подписано. Он сообщил, что в декабре 2020 года был подписан двусторонний документ. Но он также секретный и не может быть оглашен. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.